Часто можно услышать, что нужно учиться на своих ошибках. Безусловно, это важно. Анализ и правильные выводы дают нам возможность расти и достигать новых впечатляющих результатов. Не только ошибки учат, но учиться на своих успехах не менее важно. Что у вас получилось хорошо? Почему вы достигли успеха в том, что делали? Отмечайте свои достижения. Это важные ориентиры на пути к успеху. Они показывают вам, что вы движетесь в правильном направлении. Обязательно подробно изучайте причины своего успеха, чтобы потом использовать то, что эффективно работает. Потому что у вас накапливаются примеры не только того, что не нужно делать, но и то, что приводит к успеху. Успешные люди умеют правильно анализировать и свои ошибки, и свои победы. Они внимательно и объективно оценивают свои результаты и причины, которые привели к этим результатам. Они делают выводы и в дальнейшем используют этот ценный опыт. Именно способность делать выводы и использовать их в дальнейшем дает возможность не топтаться на месте, а энергично двигаться вперед. Потому что каждая ошибка и каждая победа становится еще одной ступенькой лестницы, ведущей к вашей мечте.